продолжаю делать обзор по отелю Sun Heaven Family. Это ресепшн. Дальше встречает фигуры вот таких слонов замечательных. И вообще по территории много таких различных фигур. Вот здесь даже есть зебры, где можно сфотографироваться. Также рядом находится бар Бенджамин, где можно попробовать различные коктейли. Работает он достаточно долго, до 2 часов ночи. Здесь проходят различные развлекательные программы. Это все находится практически на входе отеля. С правой стороны открывается также кафе, где до 4 часов вы можете поесть фастфуд различный. То есть это наггетсы, картошка, бургеры. Вечером открывается и раздают мороженое. На входе находится вот такой амфитеатр со сценой, где каждый вечер проходит детская анимация, достаточно интересная. Рядом раздают мороженое, сладкую вату для детей. Это ресепшн. Со стороны амфитеатра идет выход на пляж. Он проходит через подземный переход очень быстро.